Я снова приехала к Оле, всем здрасте. И мы сейчас хотим поехать просто на пикник. У Игоря был день рождения вчера, позавчера, вернее, но мы отмечали так. Чисто тортик пожрали, и на этом все. А сейчас едем на пикник. Вот. Детей взяли только Мелани и Игоря. Все, Эрин у бабушки, и слава богу, на этом. Надо друг друга отдыхать, силы больше нету. Короче, сейчас поедем в красивое живописное место. Как называется? Кельхайм, да, штат? Клостер. Клостер, да, типа монастырь. И сидим просто на берегу реки, в скалах, отдохнем. Если еще навигатор до сих пор на немецком, мы хотели же машину здесь продавать. А теперь решили ее в России продавать. Во-первых, мы на ней едем, а во-вторых, надеемся так разжиться рублями, потому что в евро сейчас вообще нифига не выгодно менять. Так что вот так вот. Jetzt rechts abbiegen. Это Neustadt an der Donau. До сих пор. Сейчас едем. А, в Кельхайм. Да. Jetzt links abbiegen. Вроде городок маленький, но движение все живёное, через него проходит, да? Ты на автобан? 20-20. А куда? Куда ведет навигатор? Люди! Как ты во всех тиктоках немецких. Не видела там этот бумагами засыпала? Этот Брюс Всемогущий, есть же вот этот? Там у него есть кадр, где его там бюрократическими бумагами завалил. Нет, это Джеймс. А что там тебе найдут видео? В Германии. Типа, что Германия бумажная страна. А, ну это письма. Точно. Письма счастья их называют. Вы знаете, один из стрессов именно в Германии, это просто... Получение писем. Да, это грёбаные письма. Хорошего не жди, никогда тебе там ничего хорошего не напишут. Да, то есть обязательно штраф какой-нибудь, обязательно что-нибудь плати, что-нибудь ты должен, заполни какую-нибудь анкету, а с анкеты тебя еще снимут какую-нибудь херню, которую надо вот это платить. Недавно прислали какой-то Грун, Габа, Штойр, что-то такое. Ну, ввели очередную херню с этого, с января, заплатите, не заплатите время, заполните декларацию, на какую недвижимость вы владеете. Наверное, кто пришлет налог, раз финанс сам прислал. Значит, хорошего там не жди, это точно. Налог же на недвижимость уже я есть. Вот когда пошли, он едет, я прям вот
Это сука, как его глаз назвать? Глаз дернулся, а? Да, глаз чай дернулся, как вот эти вестники, которые... Ганса, давайте убьем его. Да, Ганса, которого убивали. Который похуй весь сообщил. Я убила, ты прям с ружьем. Позвольте вас провожу. Да, точно хорошая фраза. Прям, позвольте вас провожу. Прям с этой сумкой, да? Которую он несет. Вчера смотрели фильм, там была такая красивая фраза. Когда ты хочешь кого-то выпроводить, но не знаешь как. И я так, позвольте, я спровожу. Хотя человек еще не собирался. Я говорю, надо запомнить фразу, очень красиво сказано. Типа, человек надо быстренько провожать от двери. Нерв не хватает. Сейчас мы будем проезжать, это вот хмельные поля, которые в состоянии Баварии, их очень много здесь. Вот они, это вот как раз бьется хмель, потом будет собирать осенью. Даже не осенью скорее, ну, наверное, конец лета, да. Тут я еду в 80, хотя здесь стоплено, не могу никак доехать видео, да, я раньше тоже не разбирался. Как это называется? Карусель, да? Ярмарочная карусель, что называется? Нет, это ставят, когда кто-то рождается, ребенок, они вешают там ползунки, всякие штуки такие для детей. Ну, типа как, что здесь родился ребенок, если синий, ну, понятно, мальчик, розовая девочка. Либо когда кто-то женится, они сделают такие, женитьба. Я очень хочу сказать, когда у нас Эрин родилась, к чести соседей немцев, я хочу сказать, что они каждый нам почти принес подарки. И ползунки там, и памперсы, шмамперсы, короче, они все скинулись и хороший нам подарок подарили. Целую гору вещей. Там реально хороших таких, классных вещей. Даже дать соседей, с которыми? Да, вот я хочу сказать, что они, ну как, я не общаюсь, я с двумя. Не общаются они, один понятно, гей, да. Другие вот, эти румыны, остальные мы хорошо очень общаемся. Даже дед немец, который с бабкой живет. Дед отличный вообще. Не, я имею в виду, тот дед вообще классный, да, который Игорь гармошку подарил, так далее. Я имею в виду, который на углу, они тоже такие специфические, немцы, мозги делают, но я с ними не ругаюсь, просто вот, ну, они мне говорят там, типа, приезжаешь на машине, убавь музыку. Я говорю, да, да, хорошо, убавляю, и все, то есть, ну, старые люди, они хоть где старые люди, и я с ними вообще не вступаю ни в какую полемику, просто делаю, как они хотят, и все. А другие соседи, вот эти, которые, я не знаю даже откуда они, у них фамилия Воня, ну, я не знаю, реально, откуда они. Вот они сейчас котенка хотят забрать. Ничего, мы с ними всегда хорошие отношения были. Мы просто с ними, здрасте, здрасте, свидание, свидание. Там, например, у нас груши выросли, мы им ведро груш. А у них там что-то они, делают, они нам что-то еще дарят. То есть, ну вот так вот. И, честно говоря, всех это устраивает. Добрососедские отношения. Да, то есть всех это устраивает. Соседом гейм у нас не заладилось, однозначно. И вот этим румынами, ну вообще... Который голышом купается в бассейне. Да, голышом купается в бассейне своим мужем. И с этими румынами, которые сами пришли с нами здороваться. Но мы с ними опять же не конфликтовали. Я вообще такой не конфликтный человек. Вообще не конфликтный. То, что русский со мной еще поругаться, но еще умудриться, блин. Ну реально. Я наоборот даже оправдываю этих людей, которые хотят со мной поругаться. Типа, может быть, я сама в чем-то не права. То есть вот так. Я этих румынов, они со мной здоровались 4 года уже, блин. А я все 3 года с ним здоровался. Последний год плюнула, короче, уже нет сил. Задницу им лизать, они так со мной, блин. Ну, с геем, говорю, о чем тут с геем ждать? Он баб не любит. Гей, пускай его муж задницу лижет. Во всех смыслах. Как бы это не смягчало. Вы понимаете, о чем я, да? Позвольте, я вас провожу до двери, блин. Ну, вот, говорю, хочу сказать, когда Эрин родилась, они нам все притащили, и это было очень приятно, я их всех поблагодарила, там, делали шашлыков. Вот это поля, которые накрыты черным полиэтиленом, это спаржа, это растет, да, она будет пленкой. Корешки такие. Спаржа, кстати, я терпеть не могу. Она мне не очень нравится, но говорит, она очень полезна, как мочегонное средство. Я хочу сказать, она
полезен так же, как все другие овощи. Ничуть не больше. Они почему-то превозносят немцы. У них очень любимое блюдо. Спаржа, она запекается в духовке. Ну, например, там в стеклянной. Она варится дозе. Кастрюли для спаржи. У нас такие кастрюли продаются отдельно. Ну вот я знаю, что у них национальное блюдо есть, например, бекон. И вот это спаржа. Да, наоборот. Бекон, спаржа обернута беконом. И все это тушится. В принципе, все неплохо, если бы там спаржи не было, все очень вкусно. Она имеет такой специфический такой привкус. Спаржа, все отлично. Вроде как там сыр, все это запеченненькое, как бы неплохо. Картошечки бы туда, и все было бы окей. Да мясо хорошего. Да. Не, кстати, бекон неплохой, ничего не могу сказать. Он подкопченненький такой, имеет такой вкус. Я что люблю, вот мне очень понравилось в Германии. Пробовала у одних немцев давно. Дыню с беконом. Вот, как ни странно, отлично сочетание. Еще? Да, вот реально дыня, и вокруг нее обернутый гранат. Даже не бекон, а хамон. Хамон. Прям вот прикольно. Очень даже прикольно. И еще очень такое сочетание, которое тоже спорное, но мне понравилось. Как оно? Сейчас скажу. А, козий сыр, свекла, груши и руккола. Салат такой есть. Блин. Оказался офигенский. Да, я пробовала в кафе. Дома делала. Ну, что-то как бы ничего, но в кафе вкуснее. Значит, давай пока на паузу прервусь. Нет же. Как в смысле мало для пикника? Я хлеб не взяла. Ой, что ж делать-то? А огурцы с помидорами пойдут? Без хлеба будем. Да, ой, какая красота здесь. Что это было? Так, подожди, а воду ты взяла, самое главное, воду? Я им дала бутылку. Ты взяла ту бутылку, которую я тебе дала? А взяла действительно. Я тебе налила воды. Мелик. Нельзя ее? Нельзя ее? Ты показала мне потом. Нет, я тебе ее поставила, по-моему. Подожди. Вот, какая красота есть. А, вот он. На, есть? Ну все. Сейчас мужчина проедет. Неплохо, да? Да. Так, пошли сейчас где-то вон сюда дойдем и там сядем на пикничок. Единственное, по-моему, там была, знаешь, сейчас путевная галька, да? Такая. Слушай, значит, машину не закрыла. Что она не закрывает? Даже зеркала это. А может быть, действительно. Пошли. Мы здесь как-то были, когда мы были осенью или весной, и было, ну как, прохладненько, на пикничок не посидишь. И мы решили, когда будет тепло, приехать на пикничок. Да, было ветрено достаточно, по-моему. Ну, какая-то была такая погода. Смотри, где что? Как хорошо, блин, с одним ребенком будем проводить выходные по очереди, блин. Тишина. Никого. Смотри, мы там не одни такие. Были. Эх, нифига себе, там народище. Ну ладно, я думаю, найдем и сесть. А тут тенечка. Нет тенечка, ну что сделаешь? Зонтик забыли взять, как. А вон, кстати, зонтики, видишь, мы сейчас сядем как-нибудь в тенечек. Что это такое за касса? Это на вот корабле. А, да ты чё? Вон сколько народу такой остался уже. Мамочки даже купаются. А, на байдарке катаются. Это рынок, смотри. Это чё? Давай зайдем. А, вот кафе. Какой рынок? Мне показалось. Слушай, что-то прямо это, смотри, да? А, наверное, открыли к посещению вот этого монастырь. Раньше он закрыт был. Еще к тому же была пандемия, когда мы здесь были. Так называемая. Не, на корабле не хочу. Что-то прям действительно тут этот сборище какой-то, смотри. Да, в честь чего, интересно?
Посмотри. Да, ты знаешь, что тут? Чё? Они же вино делают, монахи. Да? Да, монастырское вино. Слушай, я с рулем. А где продается? Тут в Германии же можно 0,3 выпить. Не знаю. Продается. Может быть, вон там, в магазинчик? Ну, пошли посмотрим. Красиво здесь, да? Давай я позвоню, не знаю. Сейчас я ему позвоню, не знаю, где он. Мы еды с собой набрали, блин. Могли бы это и здесь прекрасно поесть. Я же не знала, что здесь такая ерунда будет. Ну, пошли зайдем в магаз и увидим. Есть такие люди. Угу. Есть магазин просто, а там магазин. И ресторан. Что такое церковная лавка? А, ну правильно, мы же в монастыре будем. Че, туплю-то? Че, о чем? Нет, конечно, но не придумывай. У тебя вон в Испании куклу купили красивую. И ничего не знаю, пошлите. Так, пошли, Мария. Ты что, мягкую игрушку за 39 евро, этих игрушек у нас, как не знаю чего. Ты что? Че? Какая красота. Ну, она как бы, честно говоря, бесполезная красота. То есть, дома все будет пылиться и стоять. Пошли, Мэрик, пошли, выходим. Пошли, 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 выходим, выходим. Честно говоря, я думала это. Купить вина, вина или пиво, а не в этот, не в церковную лавку зайти. Ну, красивый, классный. Что тогда сделать? Я могу приехать. Что? Я могу приехать. Ты снимаешь? Да. В следующий выход. Пятницу. Ну приезжай, пошли кое-нибудь сходим. Да? Да, приезжай сразу после работы. Прямо Игоря да. Бери. Пойдем, Эдик. А если не ошибаюсь, у нас последняя неделя хорта. Поэтому у нас же. Ну, я же уже детей. Либо это в пятницу брили, все, зачем все будут приезжать? Ну, если в пятницу, то было бы отлично. Я уточню, да. Да, тогда вот у меня остается. Я Мелани написала как бы несколько кюндигунг с хорта. Оказалось там кюндигунг, в смысле, больше на то не будет ходить. А оказалось, всего лишь месяц. То есть она уже была. Я думала, что он за 3 месяца его можно написать. Оказывается, всего за месяц, поэтому она уже в июле не идет. Так как мы уезжаем, поэтому я все контракты аннулирую. Слушайте, как классно здесь. Че-че? Винца, ну блин, а где? В кафе это будет дорого. А вот да. Может быть есть какой-то, а вот смотри, что там, хоп-фун-кезе, что там? Пойдем на этого ларька. Я бы, знаешь, честно говоря... Нет, там какой-то ларек. Где ларек? Винца бы на сырке попробовал, как огурчика. Ну пошли, пошли. Идем здесь. Не, ну если нет, так нет. Вон там что-то есть. Венцо монастырь, кстати, меня уговорила. Где дети? Ко мне ждал, что тут народу будет. Нет. А, нет. Нет, там пиво только. Да. У нас пиво с собой есть.
покупать сам, что-то? Да нет, такой не хочу, нет. Нет, ну что, пошли туда. Мороженое потом купим, пошли. А зачем же есть кусок? Да, я понимаю. Пошли бы с ним на берегу реки. Больше. Нет, пинца я выпила, а пиво это. Не, ну тут такое темное пиво, в принципе, он так аппетитно выглядит. А? Темное пиво, говорю, аппетитно выглядит. Подумаешь? Ну давай, давай. Где сесть? Давай, давай сядем, пускай он сам дает. Ну, с собой возьмем, да. А зачем? Давай здесь посидим дальше. А где сесть? А места и нет? Он скажет, мы есть хотим. Ну, понятно. А где место? А вон есть, смотри, вон. Где? Пошли спросим. Ну давай по мороженому тогда, чтобы я. Или как? Сначала надо есть. Я не знаю. Я не знаю, вот мороженое, как оно продается, как по меню или как? Ну да, скорее, да. Да? Мама, как... Сейчас спросим. Entschuldigung. Ist es frei? Danke schön. Здесь еще на солнце. Ничего, что на солнце? Да. Ну что теперь делаешь? Так, все, уходим. Короче, раз не хотите, как хотите. Все, пошлите. Мама, я хочу кушать. Пойдем кушать. У нас с собой куча еды. Пошли. А зачем мы сюда сели? Ну ты говоришь, на солнце же. Если хочешь оставаться, то остаемся. Не будем оставаться. Ну их нафиг. А на улице были на солнышке. Пошли сядем в тени какого-нибудь дерева. Да что я не знаю, что они там загородили? Где? Что это такое? Там нельзя? Я не знаю. Что? Что здесь не знаю, такая за линия? Что за дискриминация? Слушай, знаешь, что не взяла? Слушай, я не взяла, как его, крем от солнца. Я сама намазала, а их-то нет, не намазала. Ну давай пока мы тут возле машины. Ладно, пойду сейчас действительно в машину схожу за крем от солнца. Ну красиво, да? Эти скалы такие, речка течет. Вот это монастырь. Мне еще понравилось еще. Эти пометки, докуда доходило наводнение. Вот от земли сколько. И вот идет вон оттуда, аж доходила вода. ХВ это Хохвас. Наводнение было. Пошли спустимся к реке и это. Там, короче, басуемся. А может, знаешь что, может быть, пойдем по берегу, чтобы а это. Ну и что? Мы же ничего там такого не будем делать, мы просто спустимся. Ну и пошли там, действительно. Ну, какие скалы. Короче, заметила, что я снимаю, я говорю по-русски, да. И немец такой, я ему, говорю слово «хохвас», и он понимает, что я да. Понимаю. Он аж весь скривился, когда услышал русскую речь. Да? Угу. Понятно все. Какое отношение к нам? Как они не любили русских, так они не любят. Они, конечно, не обязаны слюбить, потому что это мы у них в гостях, а они не наоборот. Но
лучше уж каждый к себе в таком случае. Природа здесь, конечно, классная, офигенская для путешествий. Да, нам сейчас спуститься бы к воде. Действительно, вода прибыла, поэтому там теперь не можем спуститься. Тут такое чувство, что действительно здесь как будто нет этого спуска, да, вообще к воде. Да, походу вот здесь вода прибыла. Да. Ну так, ну что делаем? Может, вернемся обратно, пойдем к этому. Думаешь, там ничего не будет? Я думаю, там не спустимся к реке. Там будет сегодня дальше пирс и все. Пошлите обратно. Дети, Мелани, пошли обратно. Пошли лучше там сядем. Там. Ну, не ну, только же... Ну, куда мы? Ну, как ты спустишься? Да, ты видишь, не спустишься. Мы хотели крепить, сесть. Дети, вы нашли лягушку. Так ее потом отпустите, пожалуйста. Я не вижу. Ой, господи! Где она там? Вот. Ой. Ой, пошли, ну, давай, мы выпьем за Игоря день рождения. Али забудут сумки Гебурсток. Игорь, скажи, Данкишон. Ты что, с лягушкой будешь, что ли? Господи, а потом скажешь, я родители выучу, блин. С рыбкой. Помидорки вон ставят. Это единственная рыбка, которая похожа здесь на рыбку с русского магазина. И кошка, можешь уйти? Игорь, ну что ты делаешь? Ну, ты хочешь ее на руки взять? Ну ты главное потом ее выпьешь, да и все. Да, не мучай ее. Сними сандалии, иди посихом вон. Может помочить ножки, только не заходить там, где течение, самое главное. Течение здесь сильное. Что ты там кинул, пирог какой-то? Жарко, мы решили окунуться. В аквапарк окунуться, в смысле, ноги помочить. Да, вон какая прозрачная. Течение очень быстрое. Какая красотища. Вот это монастырь. На народу сок купается. Так, сейчас мы домой. Есть лагман еще? Если он есть. Если он есть, да. Если бы ты его приготовил, пока нас не было. Я звонила. Нет? Ну, с телефоном сейчас вообще все поймем дело. Сейчас дети накупаются, и мы до дома, до хаты. Лови его! Что такое? Мелик, Мелик, встань на ноги, тебя уносит Мелани. Держусь. Ну, хоть не глубоко, но тень очень сильная. Я на камнях уже падаю, блин. Ну ладно, всем пока. Скоро едем домой уже.